Не секрет, что повышению качества образования и материально-технической базы в стране уделяется особое внимание. С этой целью с начала года в Бухарской области построено 60 школ и дошкольно-образовательных учреждений, 6 спортивных комплексов. Новые социально значимые объекты сданы в эксплуатацию также и в Шафирканском районе. На сегодняшний день в Шафирканском районе функционирует 56 общеобразовательных школ. За последние годы во всех этих образовательных учреждениях были проведены благоустроительные работы, в том числе и в 24-й. Что стало настоящим подарком для жителей Махалли-Темирчи в новом учебном году? Здесь созданы все необходимые условия для организации учебно-воспитательного процесса на высоком уровне. Школа на 240 мест приняла современный вид. На строительные работы в рамках государственной инвестиционной программы было направлено более 2 миллиардов сумов. То, что образовательное учреждение получило такой современный вид, стало настоящим подарком к 33-й годовщине независимости нашей страны. Я очень надеюсь, что мы, преподавательский состав школы, сможем внести свой вклад в повышение качества образовательного процесса. Новое здание оснащено новейшими технологиями, которые помогут будущему поколению получать крепкие знания. Эта школа была организована в 1927 году. Тогда были всего лишь 3 комнаты. Многие годы учащиеся завершали 7 класс, и им приходилось переводиться в другую школу. И вот сегодня строители завершили работы и сдали новое здание со всеми удобствами. Огромное спасибо руководству страны за такие возможности. Таких условий раньше не было. Здание школы номер 51, расположенное в Махалле Шараф-Рашидов, было морально устаревшим, поэтому в конце прошлого учебного года был дан старт созидательным работам. В короткие сроки, в рамках инвестиционной программы, ее реконструировали и оснастили новыми технологиями. На реконструкцию школы выделено более 2,5 миллиардов сумов. В преддверии нового учебного года в рамках государственной программы в районе открыли и новое здание на 180 мест общеобразовательной школы номер 35 в Махалле Паттахан, на что было выделено 700 миллионов сумов. Учитывая охват учащихся, была также кардинально обновлена и 50-я школа, расположенная в сходе граждан Махалли Хайрагоч. На ее реконструкцию направили около 675 миллионов сумов.